Свои проблемы первоуральцы пришли решать к депутату законодательного собрания Алексею Дронову. О доверии, которое горожане испытывают к экс-главе администрации, говорит и длительность приема граждан, и разнообразие тем. От коммунальных до потребительских. Подробности в нашем сюжете. На прием к депутату ЗАГСО горожане собираются заранее. Пенсионер Василий Брагин решает разобраться, почему оплату за коммунальные услуги ему не компенсируют в полном размере. За свои 64 квадратных метра он платит почти 5000 рублей, а возвращают ему лишь 800. Депутат выслушивает проблему и наказывает чиновникам разобраться, на какую компенсацию ветеран труда имеет право рассчитывать. Первым шагом давайте разберемся, а компенсация выплачивается в полном объеме или не в полном объеме. Это первое. Второе. Я разберусь, на основании чего выплачивается эта компенсация. И если есть возможность в Комитет по социальной политике вынести предложение по увеличению этой компенсации, я это сделаю. Седьмой год жители дома номер 3 на улице Карбышева на Хромпике живут в страхе за свою жизнь. Фундамент шлакоблочной двухэтажки едет, а стены буквально трещат по швам. Дом давно признан аварийным, но тогда, много лет назад, людей из него так и не переселили. Вопрос с депутатом берется на контроль. Чиновников обязуют решить проблему с аварийным домом до конца 2017 года. Следующая просьба от многодетной матери. Женщину не устраивают режим работы детских садов. Дошкольные учреждения открыты до половины шестого, и многие родители не успевают забрать детей. Совместно с представителями управления образования депутат находит решение. В крупных детских садах мы опробуем с 1 февраля схему, которая бы позволяла либо путем доплат работникам дошкольного образования, либо путем переноса графика работы организовать на 2 часа смещенную смену, с тем, чтобы те родители, которые не могут в половине шестого, как во всех детских садах, забирать детей, забирали их чуть позже. На мошеннические действия директора местной турфирмы Светланы Толкачевой жалуются обманутые туристы и ее бывшие коллеги. Женщину обвиняют в растрате денег, которые горожане ей отдавали на оплату туристических путевок. С одного туриста они взяли деньги, человек в тур не уехал. С другого туриста взяли деньги, человек в тур не уехал. Куча судебных исков именно от пострадавших людей, туристов. Чтобы разобраться в ситуации, Алексей Дронов просит написать на его имя заявление. Вопросов на приеме почти два десятка. Есть предложения по восстановлению и расширению музея Треста УТТС. Из жалоб на незаконные увольнения, на продажу настоек боярышника, на некачественное благоустройство дворов и другие. Я как депутат намерен приемы проводить регулярно. Этот прием второй. Я приемом абсолютно доволен, хоть он длился более 4 часов. Потому что люди чувствуются, что приходят не просто с эмоциями, а с конкретными предложениями. Принять за время приема успевают всех записавшихся. В следующий раз первоуральцев депутат законодательного собрания выслушает уже в феврале. Татьяна Уварова, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.